Привет, друзья! Вот такой классный есть автомат, который готовит блины. Это робот. Классный робот. Давайте мы его с вами опробуем. Смотрите, здесь можно посмотреть, как блин будет готовиться. Так. И с этой стороны тоже можно будет посмотреть, как он готовится. Красота! Вот такой классный аппарат. Так, надеюсь, камеру хорошо держу. Если еще в комментариях, пишите, как ее держать. Вот так я держу на уровне лица. Вот так повыше. Вот на уровне лица. Так, ну что, давайте попробуем. Здесь все автоматизировано. Смотрите, как классно. Выбираем блин. Целая куча блинов. Так, индейка и сыр, маргарита, чесночная индейка, сырный, буженинный сыр, богатырь, голландский. Так, давайте возьмем чесночная индейка, прикольный. И что-нибудь сюда добавим. Так, можно добавить индейку, можно добавить сыр, лук фри, соус горчичный. Ну и так, в принципе, уже много, да, всего. Ну, давайте попробуем оплатить заказ банковской картой. Так, достаем нашу карту и оплачиваем на телефон. Так, отлично. Опа. Смотрим. Оплата произошла. Наш робот активировался. Давайте посмотрим, что он будет делать. Так, он включился. Смотрим с этой стороны. Так, сейчас запустится процесс. Так, поехал. Опа. Смотрим, вон льет. Классно. Все автоматически. Сейчас у нас с вами блин будет готов. Прикольно. Угу. Ну так неплохо, да? Много теста, так что я думаю, будет вкусно. Ну ладно, это я вам расскажу в процессе. Так. Давайте посмотрим с другой стороны. С этой. Процесс идет. Наш блин уже запекается. Смотрите, как классно. Второй слой пошел. Так, прикольно. Прикольно. Заценим это в 360 градусов, да? То есть посмотрим, насколько это прикольно будет смотреться. Чуть подальше возьмем. Конечно, я тут в кадре мешаюсь. Можно настоечку поставить. Но посмотрим потом. Так, блин готов, да? Так, дальше. Дальше, дальше смотрим, что будет происходить с нашим блином. Так, запекается. Опа, переворачивается. Круто. Раз его туда. И прижали. Так. Блин готов и поехал. Уехал от нас. И что ж там будете готовиться там? Покажите нам что-нибудь. Там сидит маленький гном, который сейчас напичкает всем, чем надо, да? Этот блин. Так. Ну, возвращайся. Пока что. А, кладет начинку, видите, да? Чесночную индейку добавляет. Все добавляет то, что надо. Ну, ладненько. Пока что не будем следующий заказывать. Проверим, что здесь произойдет. Ну вот сами внутренности, да? Что-то он шуршит, что-то делает там. Смотрите, что-то считает в граммах. О, сворачивает и передает на упаковку. То есть мы его уже не увидим.
То есть он уже отсюда выйдет. Ну ладно. Что есть, то есть. Чё, где блин-то? Давайте нам блин. Опа, шуршит тоже. Ща выплюнет его. Опа, супер. Какой горячий. Красота. Ну что, теперь надо затестить эту вещь, да? Как-то вскрыть ее. Выглядит вот так. В принципе, неплохо. Блиндозер в действии. Так что теперь вы можете заценить. Ну и, конечно, я сейчас его заценю. Спасибо. Вырубаю.